Всем доброе утро. Кому-то добрый день, а кому-то и добрый вечер. На улице у нас плюс 8. Туманно-туманно с утра. А в доме 23. Тепло. И очень тепло даже. Я сегодня решила сварить щи из капусты с мангольдом. Щи у меня уже варятся, и я вышла на балкон подышать. Всем приятного просмотра! Это не кулинарный сайт, блог, поэтому я покажу так, как я готовлю. И иногда и иначе, как взбредет мне в голову. И получается под настроение. Если настроение хорошее, то и щи будут хорошие. Доброе утро! Сегодня у меня на обед будут щи из свежей капусты и мангольда. Вначале я, конечно, сварила куриный бульон. Затем порезала морковь и капустку. Вот это все я вначале опускаю в кастрюлю с бульоном. Затем добавляю еще перец красный сладкий. И доводим до полуготовности морковь. Пусть варится. За это время я порежу картофель. Немного, где-то там 4-5. У меня очень большая кастрюля. Картошечку я порезала. Не очень-то мелко. Ну так. Теперь осталось из холодильника замороженные достать зелень и мангольд. И тогда я добавлю в суп картошечку с зеленью и мангольдом, когда будет уже почти полуготовая морковь. Морковь почти готова, ну, полуготовность. И добавляю мангольд замороженный. Красивый такой. Ну, сейчас кипеть перестанет, потому что все холодное, замороженное. А бульон-то какой наваристый, посмотрите. Это прямо холодец куриный. Зажарки никакой не надо. Уже красота. И для кислинки я добавляю замороженный щавель. Кипит, кипит. Морковь почти готова. И сейчас добавляю, конечно же, картофель. На соль я уже попробовала. Так как бульон был соленый, я добавила совсем немного. Здесь только чайная ложка соли на эту кастрюлю. А кастрюля большая. Пусть варится. Через минутку-две я добавлю мясо. Мясо, которое разобрано уже, которое варилось куриное. Еще добавляю томатной пасты. Где-то 4 ложки густой томатной пасты. На улице у нас сумрачно и мрачно.
листья начинают опадать. Поэтому щи у меня красивые, яркие, солнечные. Прелесть какая, да? Осталось приправы добавить. Естественно, вначале попробовать еще раз на соль. И только потом добавляю приправы. Иначе потом, после острого перчика, я ничего не понимаю. Показалось, что соли маловато. Я суповые приправы, а не соленые, ложку столовую целую добавлю. Естественно, добавлю мясо. Никак. Конечно, как можно добавить, если здесь настоящий холодец? О, бухнулось. Главное, не мимо. Сильно туман. Сильный, очень даже. Там вдали и не видно. Вот такое все утро у нас. Туманное. Туманное. Кусты красивые. Это уже не то. Была раньше еще красивее, потому что были желтые, и внутри было очень красное. Это остатки роскоши остались. Желтеет все кругом, желтеет. А сосны наши по-прежнему зеленые. Всегда радуют своей зеленью. Пошла дальше варить борщ, точнее щи из капусты и мангольта. В свои солнечные щи добавляю укроп с луком. И пусть продолжает вариться. Добавляю приправы. Вот они у меня такие. Ложечка здесь небольшая. Так. Это лавровый лист молотый. Я добавляю его совсем чуть-чуть. Имбирь обязательно. Тоже такую маленькую ложечку. Ну и, конечно, куркума. И сладкая паприка. Целых две. Я еще острые паприки добавлю. Чили не буду добавлять. А вот острые паприки добавлю. Одной рукой ничего не получается. И, конечно же, свежемолотый перец. И как Наталья Володина говорит, пусть это все поженится теперь. Все пряности все заберут в себя. Еще один секрет. Я в щи всегда добавляю 2 ложки майонеза. Я его вот развела с этим же бульоном. И добавляю. Цвет сразу стал совсем другой. Совсем солнечный. Вот и все. Всем приятного аппетита. И пусть день сегодня будет у вас прекрасный. Чтобы вечером вы сказали, а день удался. Приятного.
аппетита всем. Солнечно и очень вкусно.